Обзор карабинов пистолет на патроне. Такой же карабин более приемлем для стрельбы. Стрелять будем на дистанцию 50 метров. Это была Сайга 9. Второй у нас Рибок словацкого производства. Тут, конечно, помягче. Отдача практически не чувствуется. И четвертый у нас ITC. Практически отсутствие отката. Для себя я вывод, конечно, сделал. Хочу поблагодарить Sniping Club за предоставленную возможность.